Казахстане новый министр здравоохранения. Им стал Алексей Цой. Его кандидатуру согласовали депутаты Мажилиса парламента и утвердил президент. Ранее Цоя назначили вице-министром и исполняющим обязанности министра этого ведомства. Елжан Биртанов больше 10 дней болеет коронавирусом и находится в больнице. В пресс-службе правительства сообщили, что глава государства освободил Елжана Биртанова от должности по его личному прошению. В обращении он указал, что в связи с болезнью не может заниматься полноценным руководством отрасли, особенно сейчас, в период обострения пандемии, когда требуется жесткий контроль и быстрота в принятии решений.